На Тайване я впервые познакомилась с этим фруктом в моих руках, который и на столе вы видите игру маджонг. На Тайване очень много хороших японских ресторанов. Конечно же, я их часто посещала, так как японская еда для моего желудка была как-то ближе, чем тайваньская. На Тайване мне встретилось очень много зданий традиционной архитектуры. Город Каошунг – это огромный порт. Все фотографии, которые представлены в этом ролике, сделаны в Каошунге. Эта еда называется шабу-шабу. Все продукты сваливаются в один бульон и готовят сами перед собой на столе. Сначала я не понимала, как можно есть разные продукты из одного бульона, но потом очень полюбила. Даже дома иногда пытаюсь готовить это блюдо.